Друзья мои, всем самого доброго утра, какое только можно пожелать. Сегодня у нас воскресенье, 3 марта. Я в кои-то веки, вру, конечно, как и положено ежегодно, вылетел в Египет, в Шарм-эш-Шейхе. Буду здесь до конца следующей недели. И каждый день буду отсюда по возможности писать какие-то видео. А температура сейчас, если верить прогнозу, плюс 22. Время 7:05 по местному. Жуткий ветер. Как это ни странно. Хотя нам обещали, что это безветренная зона будет. Ну, может, потом распогодится. В общем, так. Вот такой бассейнчик. В этот раз, обычно мы ездили вдвоем с женой, но в этот раз мы выехали четвером, взяли с собой внука и дочь. Ну, собственно, это она нам устроила эту поездку. Вот, неплохой отель, я знаю это место, в этом отеле раньше я не был никогда, но мы селились рядом. Ужасный ветер какой-то, прохладный ветер, пока еще никого нет. Так, что еще? Да, ну, давайте о нашей любимой политике. Похоронили Алексея. Похороны прошли, как вы знаете, все. Но даже комментировать это не хочу. У нас в Осло прошел спектакль «Читка». Это не мой спектакль, не мой текст, не мой. Я вообще не знал даже автора. Хотел познакомиться, но меня срочно вернули на работу, так как я такой, знаете, типа начальника. Вот. Ух ты, детская площадка какая. Надо вот туда с внуком сходить. Так вот. Вот я о чем хотел поговорить. Вы знаете, этот мудила, вы поймите, что он действительно мудила, он все делает как-то через жопу. Смотрите, то, чего делать нельзя было, он именно это делал. А именно, чморить оппозицию, тем более гноить их в тюрьме, нельзя было. В итоге он из них делает героев, раз. Второе. Ну, давайте с Алексеем конкретно. То есть давать ему такие чудовищные сроки, по сути, ни за что. Нельзя было, а он это делал. То есть давать ему, то есть вот эти штрафные изоляторы, подвергать его этим пыткам, нельзя было на глазах у всего мира. Он это делал. Потом они, значит, скрывали его смерть. Этого нельзя было делать, они это делали. Дальше. Они не выдавали тело матери, надо было сразу выдать. То есть они не выдавали, потом нагнетали обстановку, нагнетали. В итоге сломались, выдали, привлекая к этому максимальное внимание электората своего будущего. Скоро выборы. Дальше. Они не давали места для отпевания, для даже, насколько я знаю, с кладбищем были проблемы. Да? Я далек от всего этого, являюсь радикальным атеистом, и я хоть и не сторонник коммунистических лозунгов, но скажу так, что действительно согласен с тем, что религия — это опиум для народа. Я даже дополню это, скажу, что религия — это яд настоящий. Ну, это об этом как-нибудь поговорим. Вот, что еще? Да, не надо было то, чего не надо было делать, то есть с этим, с мучить людей, родственников с погребением, они именно мучили, потом выдали. И в итоге все это вылилось вот это в огромную толпу людей, которые пришли возложить цветы и почтить память.
Алексея. И пропагандоны, как всегда, на эту тему начинали разгонять шумиху. И я бы хотел посмотреть на хлебала этого Владимира Адольфовича Пометова. Что он там скажет про эти вечные 2% дерьма. Ладно. В общем, я буду снимать видео. Компьютер я с собой не взял, потому что некогда этим заниматься здесь всем. Я знаю, что это такое. То есть компьютер берешь, я в итоге его не вытаскиваю из чемодана. В общем, потом по приезду раз каждый день буду по возможности выкладывать видео, которые я здесь заснял. Рум-туры и все такое, что мы здесь увидели. Ладно, всем добра, всем удачи, всем хороших выходных. Пока-пока.